Добрый день. Приветствую вас на нашем вебинаре, который проводит портал ПроПаллиатив. Меня зовут Анна Повалихина, я юрист фонда Вера. И сегодня мы проводим вебинар по теме оказания паллиативной медицинской помощи, собственно, право на паллиативную помощь. В 2019 году произошли существенные изменения в законодательстве, регулирующим вопросы оказания паллиативной помощи. Что изменилось? Мы сегодня разберем нормативные акты и, собственно, ту реализацию, которая у нас в стране происходит, что работает, что не работает. Хочу подчеркнуть, что система оказания паллиативной помощи целостная, пока у нас в стране не создана, она только создается. Поэтому нам очень полезна обратная связь. На последнем слайде будет мой адрес электронной почты. Как в вашем регионе работает паллиативная служба? Что из прав паллиативного пациента вы можете реализовать? Что у вас не получается? Пишите, пожалуйста, юридическую помощь, консультацию вам окажем. На портале ПроПаллиатив в разделе «Права пациента» внизу экрана вы видите ссылочку и можете перейти туда. Размещены полезные материалы по темам юридического сопровождения семьи, где есть неизлечимо больной пациент или ребенок. Знакомьтесь, пожалуйста, с нашими материалами. В разделе «Библиотеки» размещены видеозаписи предыдущих вебинаров. Но хочу подчеркнуть, что в видеозаписях актуальная нормативная база на тот момент, когда вышел вебинар. В памятках же в разделе «Права пациента» вся информация актуальна, мы ее редактируем по мере поступления изменений в законодательстве. Итак, как же регулируется оказание паллиативной помощи в Российской Федерации? Основные изменения коснулись федерального закона 323-го об основах охраны здоровья граждан, а также порядков оказания паллиативной помощи. Действующие ранее порядки оказания паллиативной помощи взрослым и детям утратили свою силу, и было принято положение об организации оказания паллиативной помощи, которое утверждено двумя приказами Минздрава и Минтруда, и это положение мы с вами подробно разберем. Какие же изменения были приняты в 323 федеральный закон? Прежде всего, это новое определение паллиативной помощи. Теперь паллиативная помощь определена в законодательстве как комплексная помощь, как пациенту, так и семье. Комплекс мероприятий, который включает и медицинские вмешательства в мероприятиях психологического характера, это психологическая помощь пациенту, семье и лицам, ухаживающим, уход за пациентом, а также уход, который включает и социальное обслуживание. В каких условиях оказывается паллиативная помощь? Тоже в 323 федеральном законе, в 36 статье указано, что в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в стационарных условиях. Амбулаторные условия – это все, что вне стационара. Появился новый пункт – это дневной стационар. Это тоже условия оказания возможной паллиативной помощи. Кто оказывает? Медицинские работники, прошедшие обучение обязательное по оказанию такой помощи. Кроме того, произошло разделение видов паллиативной помощи на первичную и специализированную. Первичная паллиативная помощь делится на доврачебную и врачебную. Первичную паллиативную помощь могут оказывать... Сейчас мы пройдем немножко ниже. Давайте немножко позднее. Сейчас мы про кто может оказывать эти виды позднее поговорим. Первичная помощь – это оказывается в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Это поликлиники по месту жительства. То есть это медсестры, фельдшеры, которые приходят непосредственно к пациенту, и врачи, терапевты, педиатры, участковые. Все эти медицинские работники должны пройти обучение по вопросам оказания паллиативной помощи. Какие еще изменения в 323 федеральном законе? Сейчас мы коснемся, дальше перейдем к положению, подробно разберем, кто может оказывать
специализированную и первичную паллиативную помощь. В федеральном законе внесена новая норма, касающаяся взаимодействия медицинских организаций и других организаций и лиц по вопросам оказания помощи семье, пациента, нуждающегося в паллиативной помощи. Предусмотрено взаимодействие с родственниками, лицами, осуществляющими уход, добровольцами, организациями социального обслуживания, религиозными, общественными. И все это в целях оказания такому пациенту социальных услуг, мер социальной защиты, психологической поддержки и духовной помощи. Еще одна новая норма, которая появилась в 323-м федеральном законе, это норма о предоставлении медицинских изделий для использования на дому для паллиативных пациентов. Перечень таких изделий утвержден приказом Минздрава 348, и мы его тоже подробно разберем. А вот само положение об организации оказания паллиативной помощи. Имеет очень длинное название, потому что это очень большой документ, который утвержден приказом Минздрава и Минтруда и соцзащиты, и содержит, кроме самого положения, еще 38 положений. Что же это за положение? Каждое из положений утверждает порядок оказания паллиативной помощи в определенных структурных подразделениях медицинской организации или отдельных медицинских организаций. Одним из положений, из приложений утверждены показания медицинские к оказанию паллиативной медицинской помощи взрослым. Остальные положения касаются именно правил организации деятельности структурных подразделений, оказывающих специализированную паллиативную помощь. И также приложение 38 утверждает порядок взаимодействия как раз медицинских организаций и прочих. Как определено положение об организации оказания паллиативной помощи? Определение. Кому оказывается паллиативная медицинская помощь? Здесь есть отдельное определение для оказания помощи взрослым, кому она оказывается, и детям. В принципе, это схожее определение, но для взрослых наличие медицинских показаний относит нас к приложению номер 1, и все показания в этом приложении перечислены. Для детей же перечислены они непосредственно в пункте положения, вот вы видите их на экране, довольно широкие группы состояний и заболеваний, при которых могут быть вынесены решения о необходимости оказания ребенку паллиативной медицинской помощи. Итак, кто же может оказывать паллиативную медицинскую помощь? В положении этот вопрос подробно описан. Первичное, доврачебное – это фельдшеры и иные медицинские работники со средним медицинским образованием. Обычно это медицинские сестры, которые оказывают помощь в фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях и прочих структурных подразделениях, которые первичную, доврачебную, медико-санитарную помощь оказывают, то есть первыми приходят. И первичная врачебная тоже, врачи, терапевты, педиатры, общие практики, участковые, которые непосредственно приходят к пациенту в первую очередь. И все эти специалисты, напоминаю, должны пройти обучение по вопросам оказания паллиативной помощи. И специализированная паллиативная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в структурных подразделениях, которые уже перечисляли, да, в приложениях, положению, это те структурные подразделения, где оказывается специализированная медицинская помощь. Обучение медицинских работников. Подробно в 323-м федеральном законе не расписано и в положении, по каким программам должно проходить обучение. К сожалению, пока вопрос этот еще мало проработан, мало возможностей для обучения специалистов, но требованиями к обучению врача по паллиативной помощи в соответствии с профессиональным стандартом, то есть требования к должности, которую занимает врач по паллиативной помощи, является наличие дополнительного профессионального образования, то есть повышение квалификации по вопросам оказания паллиативной помощи. А для среднего медицинского работника, то есть фельдшера медсестры, это обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам оказания паллиативной помощи.
Кто устанавливает наличие показаний к паллиативной помощи, что данный пациент имеет право на такую помощь? Заключение взрослым и детям здесь несколько есть различия в нормативном регулировании. Для взрослых такое заключение может выдать врач-онколог в случае, когда у пациента с онкологическим заболеванием гистологически верифицирован диагноз подтвержден, а также врачи-терапевты участковые или общей практики, фельдшер, когда на него возложены обязанности лечащего врача, это на ФАПах обычно бывает, и врачи-специалисты при наличии как раз заключения врача-онколога о необходимости проведения симптоматического лечения. В остальных же случаях пациентам решение выносит врачебная комиссия или консилиум врачей. Мы с вами чуть позже разберем, в чем отличие, что такое врачебная комиссия, что такое консилиум. В состав врачебной комиссии, согласно положению, для взрослых должны включаться следующие специалисты: лечащий врач по профилю заболевания, врач по паллиативной помощи, по медицинской реабилитации. Если пациент старше 75, обязательно врач-гериатр. Врач-анестезиолог-реаниматолог это ВСУ или пульмонолог, когда необходима респираторная поддержка. Что делать, если в данной медицинской организации какого-то специалиста нет? Мы уже сталкивались с таким случаем, когда поликлиника начинает родственника отсылать. Езжайте в областной центр, ищите пульмонолога, вот берите его заключение, и тогда мы вынесем заключение о том, что ваш родственник нуждается в паллиативной помощи, ничего подобного. Вот ниже на слайде вы видите часть пункта положения об организации оказания помощи, где черным по белому написано, что это медицинская организация должна привлечь необходимых специалистов дистанционно, если нет возможности им прибыть на этот консилиум, для вынесения заключения о нуждаемости пациентов в паллиативной помощи. Теперь про детей. У детей здесь не консилиум, а только врачебная комиссия может дать заключение о нуждаемости ребенка в оказании паллиативной помощи, оценив все состояния ребенка, прогнозы и прогрессирует ли его заболевание, каков прогноз. Кого необходимо включить, согласно положению, в данную комиссию? Обязательно входит руководитель медицинской организации или его заместитель. То есть, если это по месту жительства, поликлиника, значит, это главный врач или заместитель главного врача по лечебной части. А лечащий врач по профилю заболевания, врач обязательно по паллиативной помощи и по медицинской реабилитации. Вот тоже такие случаи были, что когда врача по медицинской реабилитации нет, маму пытались отправить в областной центр за заключением, но мама обратилась к нам, и ей было составлено заявление на имя главного врача, что в данном случае, согласно положению, эта медицинская организация должна привлечь специалиста для участия в врачебной комиссии. И вопрос был решен. Что же такое врачебная комиссия? Чем она отличается от консилиума врачей? Врачебная комиссия – это особый орган медицинской организации. Она действует постоянно. В любой медицинской организации, частной или государственной, она всегда есть. Состоит из врачей. Обязательно в ее состав входит заведующий отделением, заместитель главного врача. Возглавлять его может либо главный врач, либо его заместитель. И функционирует эта врачебная комиссия на регулярной основе. Происходят регулярные ее заседания. В комиссии могут быть под комиссией в зависимости от рассматриваемых вопросов. Могут быть создаваться и внеочередные заседания. Если вам говорят, что заседание будет на следующей неделе, помните, что в медицинской организации может пройти внеочередное заседание врачебной комиссии, если вопрос не требует отлагательств. Функции ВК различных очень много. Я привела некоторые, по которым обычно к нам обращаются родственники и родители. Как раз вот эти все вопросы рассматриваются врачебной комиссией. И принятое решение врачебной комиссии вносится обязательно в медицинскую документацию пациента. Ведется протокол. К
Как получить заключение врачебной комиссии? Для этого нужно обязательно написать заявление на имя главного врача с просьбой выдать выписку из протокола врачебной комиссии. И тогда ее вам в течение 3 дней обязаны выдать. Контроль за деятельностью врачебной комиссии осуществляет в любом случае главный врач, даже если она возглавляется его заместителем. И направлять заявление необходимо на имя главного врача. Как подать заявление? Текст, собственно, по данному вопросу будет вот такой, да, ссылаясь на пункт порядка создания деятельности врачебной комиссии, прошу выдать мне на руки выписку из протокола решения. Этот текст можно ставить в стандартную форму заявления главному врачу. Мы с вами разбирали уже на вебинаре по маршрутизации взаимодействия с госорганами, как подавать заявление, как правильно составить его. Вот, собственно, это типовая форма заявления, в которую после «прошу» можно вставить форму, да, обеспечить медицинскими изделиями, обеспечить лекарственными препаратами, обеспечить осмотром специалистов на дому ребенка в тяжелом состоянии и так далее. Заходите в раздел «Права пациента», знакомьтесь, пожалуйста, с памяткой по взаимодействию с госорганами и с инструкцией по правилам подачи обращений. Это вам поможет правильно взаимодействовать с организациями. Итак, консилиум врачей. Чем же отличается? Консилиум – это не орган постоянно действующий. Это совещание нескольких врачей, могут быть одной или нескольких специальностей, которые собрались по конкретному вопросу, касающимся конкретного пациента. Это один раз вот это совещание собралось. Результатом его также оформляется протокол, и он может рассмотреть определенные вопросы, да, которые вы видите на экране, но иные вопросы, предусмотренные законодательством, федеральным законом 323 конкретно, могут быть вынесены на рассмотрение консилиума. И как раз положением предусматривает вынесение решения, заключения о нуждаемости взрослого пациента в паллиативной помощи. Консилиум созывает лечащий врач медицинской организации. Может быть и дистанционный консилиум, то есть к консилиуму врача привлекаются специалисты других медицинских организаций. Решение консилиума оформляется протоколом, также родственники имеют право получить копию протокола. Обычно внизу протокола законный представитель пациента, пациент или опекун должен поставить подпись, что он ознакомлен с содержанием консилиума, да, с протоколом, вынесенным в отношении родственников. Итак, что же важно очень в ведении семьи, где есть паллиативный пациент, это маршрутизировать правильно. К нам обращаются родственники, они не знают, куда нам пойти, кому обратиться за паллиативной помощью. И для этого в положении о организации оказания паллиативной помощи прописаны нормы о преемственности между медицинскими организациями и взаимодействие между организациями медицинскими, социальным обслуживанием и прочими, чтобы все это помогло маршрутизировать пациента и максимально быстро оказать помощь ему и семье. Взаимодействие прописано с другими организациями и лицами, мы уже этого касались, а также между медицинскими и социальными организациями. Это очень важно. В целях осуществления межведомственного взаимодействия теперь в каждом регионе должен вестись учет пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Очень важные моменты бывают, что пациент паллиативный, отказывается иногда ехать в скорую помощь, кто его будет госпитализировать. Вот эти вопросы очень сложные. Чтобы было проще, да, взаимодействовать с медиками, в положении прописано, что при возникновении угрожающих состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной, неотложной форме, скорая помощь должна организовать госпитализацию пациента в медицинскую организацию, которая оказывает круглосуточное наблюдение и лечение. И при наличии показаний для оказания специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи, невозможности оказать ее в медицинской организации, где пациент получает паллиативную помощь, то никаких
препона для госпитализации, направления в ту медицинскую организацию, где данный вид помощи может быть оказан, нет. То есть пациент, получающий паллиативную помощь, никак не может быть лишен права на получение других видов помощи при наличии на то показаний. Важный очень вопрос – взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы. Если медицинская организация выносит решение о нуждаемости пациента в паллиативной помощи, теперь в положении прописано, как она должна взаимодействовать с бюро МСЭ. Если у данного пациента не оформлена инвалидность или в его индивидуальную программу реабилитации необходимо внести изменения какие-то для получения, например, технических средств реабилитации, которые помогут обеспечить уход за пациентом, в этом случае лечащий врач в течение одного дня с принятия решения врачебной комиссии о нуждаемости пациента в паллиативной помощи и подписание, оформляет согласие у законного представителя или пациента на направление его на медико-социальную экспертизу. Напомню, что теперь заявление в бюро МСЭ писать не нужно, теперь документы отправляются в бюро медико-социальную экспертизу при оформлении согласия пациента или его законного представителя, и медицинская организация сама направляет направление на МСЭ и другие необходимые документы в бюро МСЭ. В случае, когда пациент нуждается в паллиативной помощи, направление должно быть оформлено в срок, не превышающий один рабочий день со дня получения результатов необходимых медицинских обследований. И в течение одного же дня эти документы должны быть переданы в бюро МСЭ. Ни пациенты, ни его родственники должны идти сами в бюро МСЭ и передавать туда документы. И бюро МСЭ теперь имеет ограниченный срок для вынесения решения о установлении пациента инвалидности или внесения изменений в ИПРА. 3 рабочих дня у них на это. Все эти нормы установлены, напомню, в положении в организации оказания паллиативной помощи в приложении номер 38. В положении прописана также преемственность между организациями, оказывающими помощь детям и взрослым. Очень часто возникают проблемы, когда ребенку исполняется 18 лет, лишается он возможности получать паллиативную помощь, например, в выездной службе детской. И мама начинает искать возможности, как нам, куда нам обратиться, где нам найти взрослую помощь. Вот теперь в положении прописано, что не менее чем за 30 рабочих дней до достижения ребенком возраста 18 лет выписка из истории развития ребенка должна быть направлена детской поликлиникой как во взрослую поликлинику, то есть медицинскую организацию, оказывающую медико-санитарную помощь взрослым, как по месту жительства, так и по месту фактического пребывания, если пациент вдруг находится не по месту своего постоянного жительства. Теперь ограничения получения паллиативной помощи нет в связи с нахождением не по месту постоянного жительства. И также выписка направляется в организацию, которая оказывает паллиативную специализированную медицинскую помощь амбулаторно, то есть выездную службу патронажной помощи взрослым. И кроме того, в амбулаторных условиях это кабинет паллиативной помощи взрослым, тоже туда должна быть направлена выписка. При выписке пациента из стационара, в котором он получал паллиативную медицинскую помощь, выписка выдается как на руки больному или его родственникам, так и направляется в медицинскую организацию, которая оказывает первичную медико-социальную помощь по месту жительства или пребывания, да, в поликлинику по месту жительства, так и в ту медицинскую организацию, которая будет ему амбулаторно оказывать паллиативную медицинскую помощь, ту же выездную патронажную службу. И теперь срок установлен, когда же служба должна принять под наблюдение пациента 2 рабочих дня после выписки. Пациенты должны посетить, осмотреть и начать его ведение, наблюдение. Очень важный пункт, прежде чем перейти к обеспечению медицинскими изделиями, еще
по оказанию социальных услуг, социального обслуживания на дому. Положение, приложение к положению по взаимодействию с госорганами, с другими организациями, организациями социального обслуживания прописано тоже порядок взаимодействия между медицинской организацией и организацией социального обслуживания. К сожалению, на практике сейчас пока это все не работает, но порядок такой прописан. И медицинская организация, вынося решение о нуждаемости пациента в паллиативной помощи, при необходимости его в социальных услугах, например, когда он не может осуществить самообслуживание, а медицинская организация передает направление, информацию в организацию социального обслуживания по месту жительства и информирует пациента и его родственников о месте нахождения такой организации и ее контакты. И в соответствии с положением, в соответствии с порядком оказания социальных услуг на дому или срочных социальных услуг, пациенту оказывают социальные услуги. Кто хочет подробнее ознакомиться, пожалуйста, прочитайте 38-е положение. Оно как раз прописывает весь порядок, как социальные услуги оказываются, в чем здесь сложность. Порядок оказания социальных услуг, в том числе на дому и срочных социальных услуг, устанавливается регионом, то есть нормативным актом конкретного субъекта. И здесь еще полного взаимодействия, да, приведения в соответствие нет. Поэтому сложности есть. Если кому-то нужно помочь юридически в получении помощи соцработника, пожалуйста, пишите. Адрес электронной почты будет на последнем слайде. Очень важный вопрос – это предоставление медицинских изделий. В прошлом году, да, была введена норма, часть 4, статьи 38 федерального закона, что пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, имеют право на обеспечение медицинскими изделиями для использования на дому. Это медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем человека, организма человека. Перечень таких изделий был утвержден приказом 348. Это большой документ, который представляет собой длинную таблицу, если вы откроете это вот начало ее, да, где перечислены по группам медицинские изделия и, собственно, их наименование, код по классификации. В этом перечне встречаются медицинские изделия, которые входят в федеральный перечень технических средств реабилитации. Как быть, как разобраться, кто должен их предоставлять? Те медицинские изделия, которые являются техническими средствами реабилитации, предоставляемых по федеральному перечню в соответствии с федеральным законом 181 о социальной, государственной социальной помощи, о социальной защите инвалидов, простите, предоставляются по индивидуальной программе реабилитации. Здесь порядок не изменился, но пока у пациента инвалидность, например, не оформлена, он не получил ИПРА, ему могут предоставлены быть эти медицинские изделия от медицинской организации, переданы в пользование, пока он, собственно, не будет признан инвалидом и не получит индивидуальную программу реабилитации, куда эти медицинские изделия, собственно, технические средства реабилитации будут внесены. Тут есть, конечно, противоречие, потому что, да, он получил индивидуальную программу реабилитации, но это не всегда и зачастую на практике не говорит о том, что он получил или в ближайшее время получит еще техническое средство реабилитации. Да, сокращены сроки обеспечения паллиативных пациентов техническими средствами реабилитации, но в случаях только, когда открытый контракт есть. А по креслам-коляскам, например, иногда месяцы, иногда и даже годы пациенты ждут, когда они получат подходящую коляску. Здесь мы тоже хотим выступить с замечаниями к данному перечню и порядку передачи медицинских изделий, чтобы обеспечение медицинскими изделиями в этом случае до фактического получения технического средства реабилитации было предусмотрено, а не когда пациент получил индивидуальную программу реабилитации, а не само ТСР. Ну, будем работать. Законодательство – это такой каркас, который возможно менять, да, поняв, что что-то в нем не так работает. Итак, если вы поняли, что необходимая пациенту
а медицинское изделие входит в перечень, и вам должны по закону предоставить его для использования на дому, вам необходимо ознакомиться еще с одним документом. Это порядок передачи от медицинской организации пациенту или его законному представителю, собственно, этих медицинских изделий. Этот порядок был принят недавно приказом Минздрава номер 505-Н. И он как раз вот предусматривает передачу тех медицинских изделий, которые не входят в федеральный перечень технических средств реабилитации. Кто же принимает решение о том, что пациент нуждается в медицинском изделии? Решение, согласно приказу, принимает врачебная комиссия медицинской организации, в которой пациент получает паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. То есть, по факту, зачастую это выездная паллиативная служба. То есть, та организация, к которой эта выездная паллиативная служба относится. Лечащий врач пишет заключение, вносит его в медицинскую документацию о том, что пациенту необходимо определенное медицинское изделие, и выносит рассмотрение данного вопроса на врачебной комиссии организации, к которой выездная служба относится. Что необходимо, кроме заключения лечащего врача? Это информированное добровольное согласие пациента или его законного представителя на медицинское вмешательство. Он, значит, подписывается и вместе с заключением и анкетой состояния домашних условий пациента в случаях, если предоставляется аппарат ИВЛ или медицинская кровать, передается на врачебную комиссию. Что это за анкета? К данному порядку прилагается форма анкеты, которую необходимо заполнить, да, о том, возможно ли в домашних условиях, да, поставить функциональную кровать или использовать аппарат ИВЛ. Аппарат ИВЛ требует использования еще дополнительных медицинских приборов, да, аспиратора, кислородного концентратора. То есть это нагрузка на электрические сети. Для использования этой аппаратуры на дому необходимы определенные условия. Поэтому эта анкета заполняется. Вот когда эти все документы готовы, врачебная комиссия должна рассмотреть вопрос о передаче медицинского изделия в течение 3 рабочих дней и вынести решение. Решение вносится в медицинскую документацию, и также пациент или его законный представитель может получить по заявлению, да, копию решения врачебной комиссии. Для чего это нужно? Лучше, конечно, копию решения иметь на руках, если вдруг с обеспечением начнутся проблемы, для того, чтобы вам обращаться с жалобами в вышестоящие органы для защиты прав, необходимо подтвердить то, что в отношении пациента действительно было вынесено решение о его нуждаемости в данном медицинском изделии. После того, как решение вынесено, передача, собственно, медицинского изделия осуществляется в течение 5 рабочих дней с принятия решения. Как передается медицинское изделие? На основании договора. Это договор безвозмездного пользования или суды, то есть брать плату за использование такого медицинского изделия с пациента не имеет права, оформляется данный договор в соответствии с гражданским законодательством. И также, как непосредственно при передаче медицинского изделия, оформляется акт приема передачи. Схема у нас будет примерно выглядеть вот так. Да, если вы посмотрите, да, выносится заключение лечащего врача, оформляется информированное согласие, анкета заполняется, передается на врачебную комиссию, где она в течение 3 рабочих дней выносит решение о передаче медицинского изделия, и 5 рабочих дней идет на, собственно, передачу. Здесь оформляется договор безвозмездного пользования, и после того, как изделие передано, когда произошло инструктаж, подключение, полностью опробовано медицинское изделие, да, оно исправно, пациент или законный представитель подписывает акт приема передачи, но никак не раньше. Сейчас на экране вот основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание при приеме медицинского изделия, будут указаны. Первое. Значит, ознакомьтесь обязательно с порядком передачи.
Мама иногда торопится, радуется, что им что-то передают, не прочитали договор. Это, ну, очень недальновидно, поскольку, подписав договор, вы соглашаетесь со всеми его пунктами, да? И в соответствии последствия вы готовы исполнить. Поэтому подписывайте договор и акт только тогда, когда содержание вам полностью понятно. Никто вас не имеет права торопить, вы имеете право попросить ознакомиться и подумать, да, посоветоваться с юристом, прежде чем подписывать договор. Что важно? Обратите внимание, если в договоре пункты, касающиеся технического обслуживания, ремонта, обеспечения расходными материалами, если это медицинское оборудование, особенно аппараты ВЛ. Да, вы можете подписать, если даже все эти пункты отнесены договором за ваш счет. Но вы тогда за свой счет и должны будете осуществлять все эти мероприятия. К сожалению, законодательством, да, и порядком передачи не прописаны те пункты договора, да, за счет кого, чей счет должны быть проведены эти мероприятия. Но с моей точки зрения, поскольку оборудование передается в пользование, оно является собственностью организации, или организация владеет им на праве оперативного управления, то, собственно, все эти вот действия и должны быть обязанностью медицинской организации. Организовать техническое обслуживание согласно технической документации должна медицинская организация. И также желательно, чтобы было предоставлено подменное, если это аппарат ИВЛ, да, обязательно на время технического обслуживания или необходимого ремонта. И важный пункт, который я коснулась, да, если вас полностью не проинструктировали, не настроили аппарат, не обучили пользованию, если вам что-то непонятно, нет комплектации полной, не подписывайте акт приема передачи, пока все не будет налажено. Давайте разберем еще вопрос, куда обращаться в случае, если медицинские изделия нужны, устно вы обратились к лечащему врачу, выездную, но никто ничего не делает, что делать? На портале ПРОПАЛИАТИВ в разделе «Права пациента» размещена памятка, вы можете ее не спеша прочитать, ознакомиться, там есть форма заявлений. Да, мы советуем все-таки первое обращение за получение медицинского изделия, если вы никогда не обращались, направлять в Минздрав или департамент вашего субъекта или комитет здравоохранения, как орган исполнительной власти в сфере здравоохранения в вашем субъекте называется. Форма заявления обращения в эти органы там есть на портале. Нужно ее заполнить и направить в соответствии с инструкцией о правилах подачи обращений. После того, как вы получите ответ, обычно это бывает, что да, действительно пациент нуждается в паллиативной помощи, он взят на учет, в реестр внесен. И обычно Минздрав пишет вам, что пациент будет обеспечен медицинскими изделиями через такое-то учреждение. Обязательно это учреждение или контакты главного врача, руководителя выездной службы указаны. Вот с этим ответом вы уже непосредственно обращаетесь с заявлением к главному врачу данной организации за непосредственным обеспечением медицинскими изделиями. Да, было бы хорошо, если бы мы могли сразу написать заявление к главному врачу, чтобы вам медицинские изделия передать. Ну, пока вот эффективнее это работает, когда у вас уже есть ответ от Минздрава регионального, что да, действительно, медицинские изделия закупаются, и вам вот предоставит эта организация. Немножко у нас есть времени, еще хочу коснуться. Зачастую родителям объясняют, у нас нет денег в регионе вот на эту закупку. Вопрос, откуда деньги, да, на что, чтобы вы понимали и могли как-то вступить в дискуссию с медиками или с чиновниками. Да, у нас принята программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это вот это постановление правительства, согласно нему перечислена вся медицинская помощь, да, все, что может пациент получить бесплатно в каких случаях.
И на основании этой программы каждый регион принимает свою территориальную программу госгарантии. В каждом регионе она есть, вы можете открыть и ознакомиться все, что в нее включено. Да, там много всего пунктов. И что самое для нас важное, там прописано, что паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно. И кроме того, среди пунктов, да, есть предоставление психологической помощи пациенту оказывается за счет средств бюджетов субъектов. И предоставление, да, для использования на дому в рамках оказания паллиативной помощи медицинских изделий, препаратов для обезболивания. Да, все это в территориальной программе отражено. Это как раз защита ваших прав может быть на основании этой нормы. Что же делать? Да, говорит, да, да, в законе прописано, но у нас тут вот средств нет, не хватает. На что ссылаться? Регион имеет право запрашивать субсидии из федерального бюджета. И деньги в прошлом году, и в этом году выделялись. И как раз в том числе на обеспечение медицинских организаций медицинскими изделиями для использования на дому. Поэтому ссылки, отсылки к тому, что денег нет, не должны быть основанием для отказа в обеспечении пациента. Субъекты должны запрашивать субсидии, если их средств на обеспечение не хватает. Еще один вопрос, касающийся программы госгарантии. Да, теперь субъект имеет право получить возмещение от другого субъекта, если пациенту оказана помощь не по месту постоянного проживания. Если вдруг пациент, нуждающийся в паллиативной помощи, оказался в другом субъекте Российской Федерации, не по месту постоянной регистрации, то взаиморасчеты теперь возможны между субъектами, и паллиативную помощь он должен получить там, где он находится. Отказывать не имеет права. Итак, портал про паллиатив. Помните адрес сайта. Пожалуйста, знакомьтесь с материалами. На слайде вы видите мою электронную почту. Если у вас возникают сложности с получением паллиативной помощи, медицинских изделий или других юридических вопросов по социальным вопросам, пожалуйста, пишите нам. Пишите о положительных моментах, когда у вас что-то начало работать в регионе. Да, работа по развитию паллиативной помощи только начинается, и фонд «Вера» занимается этим вопросом, и Общероссийский народный фронт ведет проект «Регион заботы» по разработке региональных программ развития паллиативной помощи. Будем надеяться, что эта система будет развиваться, и получать паллиативную помощь станет проще. Давайте посмотрим вопросы. В какую графу ВПРА заносить подъемник, функциональную кровать, Нивол, откашливатель? Раньше прописывали за свой счет, сейчас говорят, ничего не вписывать не надо. Разъясните, пожалуйста. Смотрите, здесь вопрос обеспечения. Здесь немножко разно. Смотрите, вот подъемники, функциональные кровати, например, внесены в некоторых регионах в региональные перечни обеспечения ТСР. Необходимо узнать, есть ли в вашем регионе такой перечень, принят ли он, и может быть функциональную кровать вам предоставят за счет бюджета субъекта. В этом случае ВПРА, данные ТСР должны быть внесены в раздел технических средств реабилитации, предоставляемых за счет бюджета субъекта. Если такого регионального перечня нет, тогда это прописывается за счет собственных средств или иных источников. Это все тот же раздел. Нивол, откашливатель тоже могут быть прописаны в этот раздел. Но на самом деле для получения медицинских изделий в соответствии с перечнем медицинских изделий, предоставляемых на дому, и в соответствии с порядком, о том, о котором мы сейчас говорили, ИПРА не требуется. Здесь необходимо, напоминаю, решение врачебной комиссии, медицинской организации, которая оказывает пациенту помощь паллиативную в амбулаторной форме. То есть пациента наблюдает выездная паллиативная служба. Она относится к организации медицинской. Часто это бывает, например, краевая или областная больница.
Так вот, эта организация должна вынести решение врачебной комиссии о нуждаемости пациентов в паллиативной помощи. Но законодательство не ограничено. Может и поликлиника вынести решение о нуждаемости пациента в каких-то медицинских изделиях, согласно этому перечню, и направить заявку в департамент, да? То есть ИПРА здесь нет необходимости вносить в ИПРА данные медицинские изделия. Другое дело, что если вдруг задерживается обеспечение вот в соответствии с порядком предоставления медицинских изделий, для обращения в некоторые благотворительные фонды тоже необходимо ИПРА предоставлять. Вот в этих случаях надо настаивать на внесении в ИПРА этих медицинских изделий за счет собственных счет или за счет незапрещенных законом источников. Именно так формулировка и гласит в ИПРА. Если помощь нужна помочь, да, внести, пишите мне или зайдите на портал ПроПаллиатив. По-моему, мы разбирали это на вебинаре о внесении изменений в ИПРА. И там есть памятка, как раз касающаяся тех технических средств реабилитации и изделий, необходимых пациенту, не включенных ни в какие перечни. Есть пункт порядка предоставления порядка оформления ИПРА, как раз позволяющий добиться внесения в ИПРА этих изделий. Если есть положение, где прописывается получение специализированных продуктов питания для детей распоряжением, а для взрослых, к сожалению, обеспечение специализированным питанием предусмотрено законодательством только для детей-инвалидов. Мы уже, да, обращались в ряде регионов по этому вопросу, но пока, к сожалению, только Сахалинская область вот, приняла дополнительную меру социальной поддержки, и пациенты с гастростомами, в том числе и взрослые, обеспечиваются специализированным питанием. Вернее, через компенсацию до 53 тысяч в месяц, если они больше не индексировали, последняя цифра была такая. К сожалению, да, больной вопрос. Ребенку исполнилось 18 лет, он от этого не перестал нуждаться в специализированном питании. Что делать? Ну, к сожалению, законодательство не предусматривает обеспечение за счет средств бюджета федерального либо субъекта. Что я советую? Не молчите, пишите коллективные обращения в адрес главы региона, обращайтесь к депутатам. Регион имеет право принять дополнительную меру социальной поддержки граждан для обеспечения этой категории, ну, либо через компенсацию, да, затрат родителей на это питание, потому что это действительно дорогое питание. Мама подписала акт о получении оборудования, а именно ИВЛ без расходников. 3 года аппарат не работает. Пользуется ИВЛ, предоставленный фондом Вера. Департамент проявил интерес, но пока ждем ноября, когда пообещали закупить. Документальных подтверждений нет. То ли все устные обращения, дублируют. Обязательно, я на каждом вебинаре повторяю родителям. Ваша проблема существует для системы, только когда она изложена в вашем письменном обращении, зарегистрирована в предусмотренном законодательстве порядке. Пожалуйста, пишите. Те, кто пишет, один раз написали, вам ответили что-то расплывчатое. И пишите второй раз через месяц. Прошел, что вас до сих пор не обеспечили. Чем больше вы обращаетесь, вероятность того, что вас обеспечат. Но, к сожалению, это так работает у нас. Система инертная, очень плохо раскачивается, и нам необходимо научить тех же чиновников и врачей быстрее действовать в интересах пациента. Кому нужна помощь в составлении обращений, вот моя электронная почта, пожалуйста, пишите, всем поможем. Я и моя коллега Ольга Волкова, мы помогаем по этим вопросам. Напоминаю, что в разделе «Права пациента» размещаются памятки как по вопросам взаимодействия с госорганами, с формами обращений, как и памятка по правилам подачи обращений. Важно, чтобы оно было правильно зарегистрировано. И инструкция по получению медицинских изделий, куда и как обращаться.